часа нам. Стой, номер один. Еще раз яблоки. Друзья, доброе утро. Очередной день. По счету какой сбился уже. Сегодня мы едем 3 часа. Добираемся до Чопты. Там ночуем. Ночуем в шатрах. В кедровом бару, как мне сказали. На природе. Все как положено. Будет холодно. Там 3000 километров высота. Ой, извините, 3000. 3000 метров, не километров. 3000 метров загнул я, соответственно. У нас там будет пикник небольшой. На следующий день мы поднимаемся на обзорную площадку. Смотрим на все Гималаи. И потом едем в Ришикеш, наконец-то возвращаемся в тепло, в комфорт. Номера у нас там будут, сказали, попроще, чем были до этого. Куда уже проще, не знаю, но сказали проще и меньше. Поэтому мы там будем спать, скорее всего, на полуторной кровати вдвоем. Все покажу, все увидите, будет интересно. Смотрите. Это вот наша гостиница, в которой мы жили. В принципе, хорошая, мне понравилось. Отель называется Шрихари. Вот контакты, кому требуются. Пожалуйста, связывайтесь. Напрямую бронируйте. Тут у них сверху ресепшн, все в плиточке. Очень удобная вертолетная площадка находится сразу же, хопа, и ты там на месте. Вчера мы с вами полетали. Красота! Сейчас тепло здесь, но ночью холодно. Ну все, улыбайся просто, я снимаю, ты улыбаешься. Да, видимо, все хорошо. Хули, ты еще на дно читаешь. Я просто сверху смотрю на всех и чувствую какие-то чувства. Ты как в песне. Я сверху... Я понимаю, что ты обостряешься без женщин. Я думаю, что здесь много мальчиков, они могут не понять. Я прямо учусь. Это шумак. Вот наш водитель приехал на мотоцикле сегодня за нами. Ну я поеду, ладно. Вот мы приехали в Чопту. Судя по всему, сейчас ребята пошли смотреть кемп наш, в котором мы будем жить. Здесь вот парочку кафешек возле дороги. Дорогу я уже не снимал, потому что она такая же, в принципе, как мы и ехали туда, сюда, в Кедернат, Ганготру и так далее. Мы, правда, остановились на рынке в городе, покупали продукты. Вот это можно было снять. Там было, в принципе, неплохо. Но пришлось выбирать, или купить фрукты, или вам поснимать. Сами понимаете, какой я сделал выбор. Наш кемпинг. Снизу здесь, вот смотрите, еще такие есть домики. Вот еще один коллега, блогер. Не знаю, что он там ведет. Это самый известный блогер. Уточнение. Ребята, посмотрите, запомните, это лицо, самый известный блогер. Селебрити. Ладно, пойдемте посмотрим, что у нас там в хате. Ну-ка. О, а где тут свет? О, ничего себе. Ну, тут вообще огонь. Большие кровати такие. Ну, вообще, мы должны были спать вдвоем. В этот раз раздельные. Да, в этот раз раздельные, как и... Неожиданно. Неожиданно. А тут еще у нас есть душ. О, санузел свой, смотрите. Ничего себе, красотища какая. Вот тебе и палатка. Круто. Зим, как тебе? Только надо закрывать от комаров эту штуковину обязательно. Есть, есть всякая гадость. Завтра мы будем в 5 утра 50 минут подниматься на плато. И оттуда будем видеть прекрасный живописный вид. 4 километра, где-то часа 2 нам подъема. Вот, мы в нашей Чопте, в нашем кемпинге. Мне здесь очень нравится. Из того, что мы где были, это, наверное, такое одно из самых цивильных мест. Красивый вид. Сейчас мы будем жарить картошку на углях. Мы достали масло, достали яйца. У нас есть огурцы, помидоры, хлеб. Короче, такой чисто наш советский, российский, белорусский, украинский в том числе. Пикничок. Без мяса, правда. Ребят, начинается самое интересное. Слава уже яйца тащит, а Володя ищет огниво. Сейчас будем разжигать по технологии ниндзя. Дровишек мы из леса натаскали. Камней вот здесь с кучки экспресприировали немного. Вот он, закрытый клуб по приготовлению картошки. Эксперты собрались. Вот он наш мастер по выживанию.
сейчас будет огнивом разжигать, покажет нам мастер-класс. Я купил себе тоже огниво, поигрался, у меня ничего не получилось. Я подумал, что я что-то не так делаю, но Володя мне объяснил, что там есть особая технология. Сейчас он нам ее покажет. Володя, ты будь добр, будь ласков, или как там на украинском? Будь ласка, расскажи, что ты робишь. Ну так ты ж рассказывай людям. Лайфхак для Ютуба. Не, мы, да, еще без людей. Да, мы должны подготовить сразу перед тем, как разжигать несколько кучек дров разной толщины. Вот, для того, рад, чтобы сразу, когда распалятся от огнива сухие листья, мы не сували толстые ветки, которые вряд ли загорятся. То есть нужно сортировать. Важно, какие они супер продвинутые, не супер. Это важно. Ребята, уже прошло 50 минут, а он все дрова разбирает по кучкам. Я не знаю, с такими темпами, наверное, лучше все-таки спичками это сделать. Так спичками тоже так правильно делать. Правильная подготовка. Ребята, он делает что-то новое. Он достал из сумки какую-то штуку. Шивалингам. Шивалингам? Да. И что он с ним будет делать? Поверю. Молиться. Древним следует, и тут же ворует другой рукой еще. Пожалуй, да. Ну, во всяком случае, это пока практики такое не наблюдалось. Иногда бывает сочетание нового. Володя подготовился, наконец-то. Не прошло и часа. Так, лайфхак, как зажигать без спичек. Нам нужно жевательно. Какая-то поверхность, то есть это может быть просто брусочек. Вот. Ну, у нас круче, у нас чем камень. Вот. И важно то, что будет первое зажигаться. Ну, тут будут опавшие листья. Мы как бы им питаемся уже месяц. Вот. Ну, 14 дней, что ты уже тут стираешь? У нас нет. Что делает огниво, да? Там специальный склад. Но мы должны сначала нарезать. О, и смотрите. Потом мы делаем движение. О, уже загорается. Да, и оно загорается. Вот ну, только давай еще разок. Так что картошка у нас получилась. О, можно я тоже попробую? Да, конечно. Только после того, как этот загорится. После того, как мы поедим картошку. Не, ребята, ну так нечестно. Надо всем попробовать. Вот, смотрите, там уже дымок пошел. Ничего себе, давай, Володь. Володя, мы с тобой. Будет зажигать, просто тереть палочки друг от друга. Был бы среди первобытных людей супергероем. Малеха. Вот если нужно, как за усеца. О! Давай. Дуй. О, отлично, смотрите, ребята. Дуйте. Молодцы, давайте. Дуй. Вот оно как. Вот как закалялась сталь. О, магний позагорелся. О, ура! Все, не мешайте. Володя пускай работает. О, сколько-то там магния, смотри. Искрится как. Это как бенгальский огонь сейчас, да? А теперь нужно потихонечку раздувать и подкидывать ваши сухие дрова. Они занимаются. Хочется кушать, да? Понимаю. Вот смотрите. Восьмая попытка. Бумажка. Андрей разжег все без бумаги вообще. Стружки там на какой-то к зубами нагрыз. Все, костер мы разожгли огнивом, мы молодцы. Все попробовали. Лучше всего, когда два человека разжигают костер. Мы поняли, золотая здесь это один два. Или два. Нет, просто есть два человек инструктор, который инструктирует. Есть тот, кто вот учится, да. А еще есть мем, который все портил одно время. Ну и вот вообще, вот это вот стругание, вот то, что было, это нужно его избегать. То есть, когда хороший нож, да, то есть большая рукоятка, ты. Шух. У нас стругал, прям там видно, что оно стружкой срезается, и ты буквально там 5 движений, потом пух, и все, оно зажигается. Ну, это через... Анонс, ребята. Через месяц планируется наука выживать в лесу зимой, без палаток, спальных мешков. Чего, Андрей? Бумагу? Нет, туалетную бумагу можно взять. С мешком, с самым, да? И с этим, из магазинов. 5 километров оттуда, да? Двух точно не надо. Вверх вдох, вниз выдох. Все через рот. И полностью расслабляемся.
Вот, сейчас делаем шею. Напоминаю. Делаем наклонность вперед-назад. Максимальная амплитуда. Вдох. Локти раскрылись, грудная клетка. Выдох, закрыли. Ага. Стараемся синхронизировать движение с дыханием. То есть, как только начали движение, сразу начинается вдох или же выдох. А если получается, делаем выдох с сопротивлением через плотно сжатые зубы или губы. На 3-4 начинаем. 3, 4, вдох. На 3-4 на левой ноге начинаем. 3-4. Раз, два, три. Вдох. Все на левой. Понаслаждайтесь видом гор. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.